Всем привет! Сегодня я вам расскажу, как выставить время и таймер на отопителе Webasto. Установка времени таймера производится только на неработающем отопителе. Для того, чтобы выставить часы, нужно нажать и держать кнопку Set и одновременно на любую из стрелочек. После этого значок часов начинает мигать в левом нижнем углу. Установка времени производится стрелочками. Сейчас у нас время 13:20. Нажимаем, держим кнопку. Все, время выставлено. Для того, чтобы оно зафиксировалось, можно либо ничего не нажимать, либо нажать кнопку Set. Все, время установлено. Для того, чтобы выставить таймеры, всего их можно выставить 3 штуки, нужно нажать на кнопку Set. Появляется первый. К примеру, нам удобно выставить его на 6 часов. Также удерживаем стрелочку. Таймер выставляется. Выставление второго таймера. Также кратковременное нажатие кнопки Set. Ну, к примеру, на 16:00 выставим его. Третий таймер точно так же. Ну, к примеру, поставим его на 10:00. Все три таймера у нас выставлены. Теперь для того, чтобы отопитель запустился по нужному нам времени, необходимо перед тем, как покинуть автомобиль, выбрать кнопкой Set необходимое нам время, ну, к примеру, 6:00. И, в принципе, все. В 6:00 отопитель запустится.